Киевский проспект, Путиловка, остановка столовая. Это Чапаева 2, походу. Вот как-то так. Путиловка, лесопрокатчиков 3, дом. Вот теперь как-то так выглядит у кого-то квартира. А недавно только отстроили дом. Да, дом построен только недавно. Ну, до 9 этажа уходит. Дедушка вообще там у мата выпал. Говорит, я сейчас на ноль позвоню. Так, вот как выглядит эта местность. Да, последствия. Итак, это Путиловка, улица Бориса Горбатова, дом 51, сгорел. Нет вот крыши, мы выйти не можем, так как дверь закрыта. Просто нет ни окон, ни двери, ничего нет. Я не знаю, как приблизить. Вот, смотрите. Это последствия обстрела Путиловки.